Всем добрый вечер, ребята. Вот такой вот у меня вечер. День рождения. Готовлю. Ну а что делать? Так, попытка номер два. Все, звонки, ребята, звонят, поздравляют. Ничего мне делать не дают. Ладно, что у нас? Хочу показать салат. Салат подсмотрела у Ромы. Отдых дом, Садовый переулок. Он сказал, что у него есть хороший вкусный салатик, и вот выставил этот салат. Есть у него мои подписчики, но не все. Поэтому хочу показать своим подписчикам этот салатик. Салат называется морской. Вот что нам надо с крабовыми палочками. Вот крабовые палочки, яйца. Помидорчик, лучок вот такой вот, красный, синий, не знаю как. Вот сыр, вот, ну, майонез, все. Это все ингредиенты. Вот такая вот посуда у меня. Салат будет слоями. Вот, ну, думаю, сделаю его вот так вот горкой, потому что посуда немножко маловато у меня. Ну, с посудой как-то у меня напряг. Не было у меня времени запастись посудой. Но это все потом. Это все не важно. Это такие мелочи. По сравнению с глобальными переменами в мире. Да? Что это вообще? Ладно. Так, в первую очередь. В первую очередь мы режем помидоры. На самое дно пойдут у нас помидоры. Помидорки режем кубиками. Помидорчика мало. Так, ладно, сейчас. Есть у меня свои помидорчики. Вот я. Они не такие красные. Что ты там запахалась шампусиком? Да так. Давай я тебе шампусику сейчас. Шампусику? Шампусику. Давай. Для бодрости. День рождения все-таки. День рождения же у меня. Давай, Лешек. Держи, держи. Здесь конфетку надо дать. Конфетку надо дать. Да. Ага. А вот тут он конфетки у нас, Лешек, есть. Вот здесь вот. Здесь есть? Да, здесь есть. Вот здесь ассорти в коробочке. О. Ой, вот так вот. Вот так вот проходит день рождения. Ну ничего. Такая наша женская доля. Спасибо, мой любимый. Вот так вот. Пью в одиночестве. Через полчаса еще налью. Да? Да. Ух ты. Класс. Ну, ребята, за ваше здоровье. И за мое тоже. Лешек, и за твое. Спасибо. За всех здоровье. Спасибо, любимый. Чтоб все были здоровы. Да. Жили богато. Вкусное шампанское, вот это вот. Это не шампанское, вино игристое. Ага. Ну, как шампанское. Ну, игристое, значит шампанское. Настоящее шампанское слишком дорого для нас. Да, по 500 рублей. Поэтому... Ну, да, вкусное, полусладкое. Вкусное, полусладкое, да, такое вот прикольное. О, налил и убежал. Ну ладно. Так. Значит так, порезали помидорчики. Теперь нам надо порезать лучок. Лучок, наверное, порежем четвертинками. Рома, по-моему, резал колечками. Но это не так важно. Вот, короче, вот так вот тоненько-тоненько порежу. Так. И вот так надо его раскидать по всему этому. Ну, много не буду ложить, чтобы не переборщить. Вот так, слегонца. Вот этого, наверное, и хватит.
Так, а это мы пока отставим сюда. Это нам потом еще пригодится. Так. Дальше. Майонез. Майонез. Майонез я сегодня сделала вот такой вот прям бодейку такую. Вот. Сделала на 4 яйца. Получилось вот полное это. Домашний, вкусный. Еще чуть-чуть. Вот так. Майонеза не жалко. Чуть-чуть вот так вот его расплескать. Дальше. Дальше у нас пойдут палочки. Палочки крабовые. Подвину сюда, чтобы было видно, как их надо резать. В общем, Рома сказал, надо резать вот так наискосок, вот такими вот перышками. Вот такими вот, как рыбки. Видите? Сюда вот. Такие красивые получились. Вот сейчас я их распушу вот так. Хотела, ребята, сделать салат, не салат, а крабовые палочки. Знаете, вот так развернуть, намазать их сырочком с чесночком и завернуть. Вот, но они у меня не развернулись. Вот так вот. Так, все, посыпаем. Вот так красиво. А с шампанским веселей, вы знаете. Хорошо. Прям классно. Так, ну что, хватит или еще порезать? Палочки есть, можно еще парочку порезать. Вот так. Ну вот, теперь будет достаточно. Что-то у меня, наверное, получится хорошая горка, ребята. Так, теперь что? Ну, в общем, я думаю, без разницы. Не помню, что зачем. Наверное, яйца. Ладно, покрошим яйца. Так, посыпаем. Посыпаем сверху. Сейчас выложу. Потом разровняю. Вот так. Ребята, я повеселела. Сыночку стало легче. Вот. Поэтому и мне легче стало. Температура еще держится, но уже не такая высокая, была 39,9, сейчас уже 37, 37,1, 36,9, вот такая вот. Вот. Так что помажем майонезом. Вот теперь хорошо смажем майонезом. Что у нас будет сверху? Сейчас сыр. Так, я думаю, и хватит. Сыр нам еще понадобится. Поэтому мы его сгребем вот так вот сюда, в кучку. И все. И погнали по новой. Второй слой. Второй слой у нас пойдут помидорки. Ну, в общем, все будет повторяться. Я сейчас сделаю второй слой, а потом включусь. Ребята, включила все-таки, потому что очень красиво получается. Это что такое красиво? Да, Лешек, глянь, правда красиво, да? Это такой салатик. Надо немножко подкрошить этой
чуть-чуть-ка. Немножко. Чуть-чуть, как-то маловастенько. Это салат морской, Лёшек, такой вот. Мазал и поплыл? Да. Это типа красной икры вот здесь вот. Там кальмары, не кальмары, а крабы. Да. Все такое вот. Все, ребята, вот такой вот салат у меня получился, как у Ромы. Все, теперь мы его затянем пленочкой сейчас. Все, и вынесем на терраску в холодное место. Там у нас холодно, так что пускай стоит. Но не расходитесь, сейчас будем делать еще один салат. Итак, еще один салат. Курица с ананасом. С ананасом и грибами. Здесь у нас жарятся лисички. Вот. Грибы могут быть любые. У меня в морозилке были лисички. Вот поэтому будут лисички. Что еще? Что еще понадобится? Понадобится нам замариновать лук. Порежем и замаринуем. Только вот как думаю, наверное, кубиками. Немножко сахарку. Яблочный уксус. Вот такой вот у меня, ребята, яблочный уксус. Это не этого года. Этого года еще пока у меня стоит. И до меня, до него еще не дошли руки мои. Вот, вот уже после дня рождения буду заниматься им. Вот это еще прошлогодний. Уксуса. Так. И водички. Грибочки пахнут, обалдеть. Все, вот так вот пускай постоит наш лучок, пока не понадобится. Немножко помаринуется. Отставлю его. Сейчас уберем. Так, ну что, куриная грудка. Вот, режем на кусочки. Так, ребята, я уже порезала филе. Сюда. В миску. Так. Дальше порежем ананасы. Тут немножко большие кусочки, надо их немножко поменьше сделать. А ты куда лезешь? Где мартышка? Мартышка лезет, хочет участвовать в процессе. В процессе приедания? Да. Смотри, она уже сюда залезла. Нельзя. В общем, ребята, сколько курицы, столько и ананаса. Так, лучок, ладно, пускай стоит. Дальше у нас идет сыр. Тут грибы еще шкварчат. В принципе, можно уже их выключать. Они у нас прожарились, пропарились.
косички. Но надо, чтобы они остыли. Я их вынесу. Сейчас переложу. Сейчас все переложу. И вынесу. Вынесу на терраску, пускай там остывают. Так, а мы пока порежем сыр. Сыр режем тоже кубиками. Все режем кубиками. Так, сыр. Вот так вот его раскрошим. Салат очень вкусный. Когда-то дочка моя делала такой салат. Все, сливаем наш лук. Я думаю, он промариновался. Так, сольем. Так, лук сюда. И осталось грибы. Не, еще яйца. У меня здесь Лешек почистил вот 4 яйца. Режу точно так же. Все. Пока подождем, остынут грибы. Потом сюда добавим грибы. И все, наш салат готов. Останется добавить майонез. Здесь у меня еще остался майонез, как раз хватит. Вот. Но майонез уже будет завтра. Сегодня я его перемешаю, пускай оно все вот так вот подружится, пропитается. Вот. А завтра добавим майонезик. И все будет вкусно. Грибочки наши подостыли. Вернее, остыли совсем. Вот их сюда. И вот наш салатик. Сейчас хорошо его перемешаем. Вот завтра только майонезиком и все. И обалденно вкусный салатик. Вот так. Все. Его мы тоже затянем пленочкой. И вынесем в холодное место. Так, на сегодня у меня остался только торт. Ну, торт, наверное, будет в другом видео. Вот. Время у нас уже 7:30. Вот так весь день, вот так вот. Ну, а что поделать? А что поделать? Так.